готовы. Ну вот это сейчас еще. Ювелирная работа. Да, молодцы. Силу ветра учли. Конечно. На суперкомпьютерах рассчитали. Там висит, мы ветер измеряли. А, да. Вот так, прямо на дорожку. Клеим газету «Правда труда» с выступлениями участников научно-практической конференции «Великая советская революция. Истоки и уроки». Вот поставили задачу члены партии, рабочей партии России, к этой дате отремонтировать помещение. Отремонтировано было помещение, и на газете приятно смотреть, и портрет Ленина, и участники в комфортных условиях находятся. Почему? Потому что свой труд вложили в восстановление и сохранение историко-культурного наследия дома, музея Ульяновых Ленина здесь, в Ульяновке. Приятно. Все, вот материалы газеты «Читай, вся Россия большая». Поэтому созидательный труд в рабочей партии России всегда присутствовал и будет присутствовать и на будущее. Так, едем дальше. Сделали, свалили еще два дерева. Да. Здесь. Столе будут сами. Поможет нам сосед свалить вот оставшееся дерево. И на этом с деревьями мы закончим. Не на этом. Была соседка сегодня, устроила нам выволочку, что вот там деревья высохли. Нет, живые. Она показывала на живые. Да. И они, мол, валятся и упадут, и убьют там моих детей. Она ведь к тем подошла. Да. Да. Мы сказали, что мы рассмотрим этот вопрос. Вот. Мы его рассмотрим и решим. Значит, касательно этих деревьев, тоже собранию докладу, подходила соседка другая, которая попросила разрешения забрать напиленные эти. Я подумал, что будет неплохо помочь товарищу. И очистит, и поможем бабушке дровами. Да. Ну, она не совсем еще бабушка, наверное. Бабушки разные бывают. Женщина, да. Теперь бабушки бывают 30 лет, знаете? Знаю. У меня такая если сестра. Если говорить откровенно, да? Да, так, ну ладно. Я тоже, в принципе, уже дедушка. Вот. Значит, с деревьями мы немножко разобрались. Начали работы в комнате маленькой.
потихоньку делаем потолок. Начали делать. Значит, на следующее собрание, в следующий субботник, нам необходимо будет завести доски, чтобы там продолжать работу. И покрытие надо будет определиться, что мы будем, чем будем покрывать крышу. Так. Пока мы разве не определились? Ух ты. Ну, так. Если это окончательно было решение, значит... Ну, а кто будет принимать окончательное решение? Главный архитектор. Я как народ. Народ вам поручает. Значит, площадь надо крыше определить. Площадь мы сейчас определим. И форму. На длину крыши, нож на ширину крыши. Ну, есть пендуль. И на два. В принципе, да, я. Так, ладно. Ну, в принципе, вот продолжение ремонта в комнате и крыша, это вот основные задачи на следующий день. И с трубой еще надо подумать, что делать. Подумаем. На комитете еще это обсудим. Еще раз всем спасибо за участие. Да. Хочется попросить. Вопросы есть? Какие там? А вы кто-то есть? Я не говорю, каких вопросов. У тебя два ножа.